вот так деток из садика сажают в автобус и развозят по домам. Вон она, пуговка наша. Вон она. Обувается. Горошинки. Анджелина. Янмалё, Диса. Где носочки? Что за леггинсы на тебе? Спасибо. Мула, леггинсы выиграли. Мула. Боя с это. Боя? Кугума. Перехожу аби поругать. Кабан, это кабан. Онинника. Чисто, опта. А, сейчас Ангелина покажет, где их пугало. Каждая группа делает свое пугало. О, иго Анджелина мандын иго, а? О, Анджелина, садини одиса, о? Анджелина, садин. Иго, йокичи. Йокита! Какая ты тут смешная. Вот так эта группа наша делала, вот это пугало. Очки-то можно очки себе забрать? Мне нравится. Мама, я ганби себе. А, ганби. А, Анджелина, чего ганби? Ганби си. Это мальчик, который нравится Ангелине. Ах, вот он какой. Ай, мальчики, мальчики, куда? Куда ты, куда? Куда, да? Куда ты? Это батат. Это батат, который дети наши сами вырастили. Ангелиночка за ним ухаживала все лето. И вот сегодня урожай они копали. Копали. И вот здесь у них стоят мангалы. И они здесь жарили какую-то часть батата. И ели. Недавно вот баклажаны они собирали. Вот такая интересная жизнь. Но Ангелина сегодня как настоящая дачница, у нее фэшн такой. Фэшн, фэшн, ну она же сегодня картошку копала. Картошку как полагается. Они сначала картошку копали, потом балет у них был, поэтому она в униформе, и потом балетная пачка сверху. Все как надо, все как полагается. Пока-пока, Маша, друзья. О, мы пришли в какой-то ресторан, где сырую рыбу продают всего по 10 долларов. Это наш манон, десятка, 10-долларовая купюра, так называемая. Вау, здесь можно на улице сесть. Ништячок, да-да-да, да. Кибуни отосынника. Чуайо, анджи, йоги нурлуме анджи. Да. 드시고 하신 거 같아요. 네. 딱. 안젤리나 여기 안 принесли одно меню. И мы его не можем разорвать. Не, а нулимен де. 누르지 말고. 단 메뉴. 초밥. 엄마, 여기 앉을래? 엄마 옆에. 시시야 보고. 이거 진짜 들어갔나? 이미. конечно же, за десятку рыбы сырой здесь нет. 많은 자리 없는데. 2만원 붙던데. 거짓말이야. 아니 봐봐 모든 회 1인 만원. 아 1인. 2인 시킬까? 그래. 저기요. 저기요. Нам принесли вот такой супчик из водорослей, миёкук называется. Его всегда приносят как аперитивчик во всех рыбных ресторанах. Он очень полезный, но у нас в семье его вообще никто не ест, никто не любит. Это соус чоко чуджан называется, это такой жидкий, острый, кисло-сладкий соус. И соевый соус. В эти соусы нужно будет макать эту сашими, эту сырую рыбу. О, нам принесли целую кучу рыбы. Попробуй как на вкус. Могопа. Это могопа. Нет, не знаю, да? 신신아
팝죠 팝. 안길린이 리스 принесли. супчиком будешь? 아, 여기다가 팝죠. 네. Нам принесли морские пиписьки. Кебл, так называемый. Но устрицы бесплатно положили, а вообще вот эти. Да, но мучокуми, да. Иге йосот марире. Это 6 пиписек морских. И вот это всего вот столько. Но это такая вкуснятина, что. Чамо, 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 чамо. Это самая вкусная штука, которая только может быть в сырых гадах. Вот. Пробуй, могу. Чамкирым и сайден, да? Иго. Чамкирым. Эки бика микро. Чапа. 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 Ты сыки чамнын гоя. Нам принесли мяунтан. Это уха, острая уха из рыбы. Это очень вкусная штука. Я про нее уже очень, снимала. Очень грустно. Очень грустно? Вкусно. Вкусно. У тебя вкусно звучит как грустно. Питюша. Питюша. Обиделась, что ли? Нет? Ну ладно. А, паке параса. О, София, попробуй супчик. Он острый, просто до слезок. Закусывай кимчи. Кимчи качу могуя. Знаете, чем корейцы закусывают острую пищу? Конечно же, кимчи. Хотя для русских даже кимчи считается ужасно острой. Для корейцев это как, чтобы остроту сбить, так сказать. Потому что блюдо еще острее намного, чем это кимчи. Очень вкусно. До слезок острый, до слезок вкусно. Круто здесь. Будем сюда ходить, благо рядом с домом. Эй, вы куда пошли, матрешки? Пока я тут на камеру болтала, дети смылись куда-то. Девчонки сходили, что-то купили. Мососо. Пунапан. А, пунапан. Моя поеджа. Что это, что это, что это, что это? Шкури, пунапан. А, горячие! Оттого, ва, это корейские сладости. Пунопан называется. Это такая рыбка, очень-очень хрустящее тесто, а внутри начинка из красных бобов сладких. А, ты кого? Горячая. Горячая. Окей. Ой, как она хрустит. Мощица? Ольманка мощица. Иманка. Иманка. Мощица. Могу, могу. Омаду могу, да? Антыгова. Антыгова? Хорошо, могу, ке? Помаго. Зайчик мой маленький.